продолжается сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья на получение премии главы города «Мир равных возможностей», сообщает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская», «Производственная» и «Научно-рационализаторская деятельность», а также «Техническое», «Народное творчество», «Физическая культура» и «Спорт». Заявки принимаются до 20 сентября по адресу Самара, улица Некрасовская, 63, 3 этаж, кабинет 19. В Самарской области открылись пункты отбора на военную службу по контракту, где можно будет получить всю необходимую информацию и записаться в самарский батальон, информируют в телеграм-канале Советского района Самары. Заключившим контракт предусмотрена единовременная региональная выплата, а также гарантированы все льготы и социальные гарантии. Их перечень и подробности можно узнать на официальном сайте Министерства обороны России в разделе «Соцгарантии». В телеграм-канале Октябрьского района рассказывают о программах, которые помогут родителям получить деньги из бюджета или сэкономить на процентах по ипотеке. Рассматривают все актуальные варианты для регионов. К примеру, льготная ипотека до 7% выдается семьям, где дети родились до 2018 года. И только на новостройки и строительство дома. Первоначальный взнос от 15%. Максимальная сумма кредита 6 миллионов или 12 миллионов рублей в зависимости от региона. Лимит можно увеличить за счет сочетания льготной и рыночной ставки. На стадионе «Чайка» в поселке Управленческий прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, говорится в телеграм-канале Красноглинского района. Праздник открыли показательные выступления мастеров вольной борьбы, спортсменов черлидинга и демонстрация авиамодельного спорта. Для жителей района и работников предприятий были проведены веселые эстафеты, дартс, гиревой спорт, перетягивание каната и легкоатлетическая эстафета.